Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G85. Сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа, находим и, нажимая на нее, можем ее включать и выключать. Если вы хотите ее настроить, зажимаем на ней пальчик, переходим в настройки. Здесь мы можем изменить название точки доступа. Можем также скрывать название точки доступа, можем изменить защиту, можем изменить пароль. Вот, также мы можем включить или выключить расширенную совместимость. И можем автоматически отключать, выбрать время, после которого будет отключаться точка доступа, если никто не подключается к нам. Вот, и управлять устройствами мы также можем. Здесь у нас можем добавить разрешенное устройство. Для этого нам нужно будет, конечно, какое-то устройство вписать здесь MAC-адрес и название, но это не обязательно. Вот, и можем ограничить подключение по количеству устройств. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.